доброе у нас. Вот доброе. Да. У меня уже утро очень доброе. Я еще не ушел никуда. Оладушки напекла девчонкам. Вкусняцкую кашу наварила. Рис. Рис вместе с этой, с пшеном. Конечно, денег-то у нас нет, теперь мы пшено кушаем. Пшено полезно. Сейчас себе сырничка сделаю. Нет, тут уже кофе варится. Последний оладушек. Допекла. Теперь сделаю, значит, сырники. 2 яйца, пачка обезжиренного творога, грамм 30 кукурузной муки. Все, здесь больше... А, разрыхлитель и ванилька. Больше здесь ничего нет. Так, вот мои сырнички. Я туда ничего не добавляю. Ни сахар, ни... ничего. Все. Практически на сухой сковородке. Обмазалась, ну вот после блина, последний был блин, и масло ничего не добавляла, вот так как есть. Накрываю крышечкой на маленьком огонечке, вот такой малюсенький, доведу, с двух сторон обжарю. Очень воздушный, вкусный, на, кстати, на кукурузном муке они получаются очень воздушные. Вот такой простенький рецептик, быстрый, минутный. Вот тут еще 2 сырничка с такого объема, 2 яйца, пачка творога, 40 грамм муки, любой рисовый, я или же кукурузный, или овсяной. Но сегодня у меня кукурузная, вчера я делала с рисовой, с кукурузной они более повоздушнее. Ну хотя и с рисовой тоже воздушные, но уже надоели с рисовой. Получается, ПП-сырнички такие. Самая недорогая мука в Ашане. Ашановская, вот она кукурузная, рублей 40. И около 50 рублей рисовая. Здесь по полкило. А в остальных магазинах она намного дороже, даже до 100 рублей доходит. Обзор как-нибудь сделаю. Вот такие. Ашановские. Самые дешевые, самые лучшие. И выпечка на них получается самая вкусная. Так, чем я помажу сырнички? Достала клубнику замороженную. Это у меня с прошлого года. Клубника хорошо хранится в обычном пакетике зиповском. Замораживаю. Я ее разморожу. Вот чем плохо, да? А в вакууме вот такого нет. То есть вот под вакуумом нету вот этой наледи. Здесь, конечно, вот она наледь получается. Не, но все равно ягодки нормальные, недавленные, одна к одной. Вот они какие ягодки вкусненькие. Слюни текут, прям слюни текут. Сейчас я поставлю их в микроволновку на разморозку. На разморозку поставлю на 2 минуты. И помну вилочкой. Хотела показать, какой беру творог. Творог беру ашановский, обезжиренный. 180 грамм пачечка. Вот такой вот творог. 30 с чем-то рублей пачечка. То есть, ну, даже 32 ли? 32-33 вот так было. Последний раз я брала. Вот. Вот такие получаются сырнички. Горячие. Вот такие. Пышные, желтенькие, воздушные.
Ну какие. Сантиметр два толщиной. Ну какие толстенькие. Горячие. А. Если получше творог промешать, они будут еще, наверное, нежнее. Вот из такого количества вот пачка. Два яйца. Разрыхлитель. 40 грамм этого муки. Получается 3. И 2 еще под крышечкой жарится. На сухой сковородке. Без масла. Просто смазала сковородку, по сути. Больше ничего не делала. Так, у меня кофе сварился. Ароматный кофеечек. Ой. Ароматный кофеек. Сейчас буду завтракать вкуснятина. Ням-ням. Ягодка разморозилась. А она кисловата. Попробовала я. Я покупаю вот такой вот хит-парад. Заменитель сахара. Это на основе стевии. Хит-парад номер подсластителя номер 7. Ну, лучше я еще не придумала. Ой, не нашла. Вот такие пакетики. Вот один пакетик я сюда положу. Вот один пакетик. Здесь 1 грамм подсластителя. Положу сюда. Вот они какие пышные. Вот они какие пышнючие. Красивые, пышные. Сейчас мы их перевернем. Ой. Вкуснятина. На сухой сковородке. У меня масла здесь нету. Просто смазать ее и все, чтобы первые не горели. Вот такая вкуснота. Так, ну что, я сейчас помою ягодку. Помну маленечко. Ой, аромат. Ну вот, теперь сладенько. Так, и сюда же добавлю. И добавлю сюда сметанки. Сметанки. Ложечка чайная. Не очень крупная. Маленькая. Ну вот здесь где-то грамм 10. Пусть будет 20 грамм сметанки. Сметанка. Сейчас покажу. Светаева. 15%. 10 не было. Ну вот, 15, ладно. Сегодня пожируем. Вот такая вкуснятина у меня получается. Вот такая вкуснятина. Так мне будет вкусно. Очень вкусно. Я ягоды не варю, не делаю какие-то... Ну, мать, может, пару баночек себе делает клубничное варенье. А так мы клубнику едим вот в свежем всегда виде. Вот в таком. Выпечку добавляю в это. В свежем виде вот так вот. С саладушками вот сделаю, будут есть. Я с сырничками. С блинчиками тоже ем. Да, кстати, ну блины я тоже ем. Только на ПП муке. Завтра сделаю, покажу. Прям как я их делаю. Вот такие красивые получились. Оладушки. Пойду завтракать. Ура, ура. Ням-ням. Так, ну что, у меня пир. Пир. Ой, вот такие вот. Вот такой вот еще теплый. Ай, горячий. Пир-пир у меня. Вот такая вкуснота. Вот так вот. Вот такой сырничек. Ой. Слюни у меня уже. Очень вкусно. Очень нежно.
ароматный. Все внутри пропеклось. Все пропекается. Очень вкусно. Кофе маленько добавила молока, потому что что-то переборщила сегодня кофе. Не две ложечки, а три положила. Ой, кофеечек. Вкусный, вареный. Нерастворимый. Вот это утро. Всем доброе утро. Всем приятного аппетита.